Ангарский «Ермак» провел третий матч в Санкт-Петербурге в рамках Национальной молодежной лиги. Напомню, что в первых двух встречах оранжевые одержали уверенные победы над лидером турнирной таблицы «Динамо» 576. На этот раз соперником наших хоккеистов стал дебютант лиги «Тайфун». Ангарчане на протяжении всей игры владели инициативой и завершили встречу с разгромным счетом 6-1. Мужики, ну, во-первых, с победой всех, да? Все молочек черный, молочек начал. Хорошо. Ну, пацаны сегодня 7-го года лучшие. Ну, получается, лучше Николай Евгеньевич сегодня. Девятого ноября ангарчане сыграют еще один матч с «Тайфуном», после чего отправятся в Мурманск, где поборются с местной «Арктикой». Ближайшие домашние встречи оранжевых запланированы на 11 и 12 декабря.